Столетний юбилей отметил жительница Тверской области, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Екатерина Федоровна Власова. С юбилеем ее по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя. Екатерина Федоровна с 41 по 50 годы была разнорабочей в колхозе «Броневик» Удомельского района. Затем продолжила трудиться в Вышнем Волочке, где проживает и сейчас. Награждена медалью за доблестный труд. Хотел вас тепло и сердечно поздравить с таким знаменательным юбилеем, пожелать вам здоровья, радости. Вы прошли очень серьезный, очень достойный путь, прошли испытания и военного времени, и восстановления нашей экономики. Очень приятно вот, общаться с таким человеком, который является своей жизнью, своей судьбой, пример патриотизма, честной работы и любви к своему родному краю. Поэтому я от всей души вам желаю здоровья, хорошего настроения, и чтобы еще долгие-долгие годы мы могли поздравлять вас с днями рождения.